Приветствую вас, уважаемые судьи. Позвольте представиться. Меня зовут Вадим Минаев, и я представляю город Ростов-на-Дону, бар OW Grand. Второй этап Diageo Reserve World Class 2019 называется Back to the Future. И он ставит перед нами задачу не просто создать интересный коктейль с невероятным ароматом или вкусом, а создать для гостя эффект полного погружения, чтобы он мог не только проникнуться концепцией и идеей вашего коктейля, попробовать его на вкус, но, возможно, даже прикоснуться к его части или узнать, открыть для себя что-то новое. В нашем баре мы с коллегами шутливо периодически называем друг друга говорящими меню, так как стараемся минимизировать процесс чтения гостями нашего меню. Конечно же, мы этого им не запрещаем, но стараемся им ориентировать больше в устной форме, чтобы им было проще расслабиться и не читать много букв. У нас с нашим дизайнером давно лежала идея в голове создать говорящее меню. И в процессе подготовки к второму этапу мы решили пойти еще дальше. Что же может нам рассказать говорящее меню? Просто перечислить строчки? Нет, это будет неинтересно. А вот если у каждого меню будет своя история, и это будет уникальное меню? Мы разработали книгу, в которую встроены микрочипы, позволяющие воспроизводить звук и рассказывать историю. Книгу, рассказывающую историю семьи Ро, одной из лидеров производства ирландского виски в компании Diageo, которая появилась совсем недавно. Книга рассказывает о Джордже Ро и его сыновьях. Я ее положу рядышком, чтобы так не держать все выступление. Я думаю, если вам будет интересно, вы с ней ознакомитесь на финале. Книга рассказывает не только о истории, а о вкусовых и гармоничных характеристиках этого виски, который я также выбрал за базу для своего коктейля. Рецептура, которая вдохновлялся не нова и всем знакома, это классический рецепт Old Fashioned. Немножко видоизмененный. Мы берем биттер, апельсиновый. В роли сладкой части будет выступать ликер копченой груши. Ванильная содовая. И щедрая порция мощного ирландского Roe & Co. Небольшое охлаждение. И на гарнир я использую слайс копченой груши. Уважаемые судьи, история Roe.